Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Все эти люди отдавали за нас жизнь. Хочется поблагодарить вас за мирную жизнь, за чистое небо над головой, за счастье в детских глазах, за свободу. Мы рассказываем из поколения в поколение об их светлом подвиге нашим детям. Повзрослев, они также отдают честь героям, подарившим нам возможность свободно жить на родной земле, радоваться жизни, видеть взгляд любимого человека, тем, что тебе нравится. Спасибо за героический подвиг. Который навсегда останется в наших сердцах.